Друзья, привет всем! Продолжаем танковую тему. Сегодня у нас Т-14 «Армата». К сожалению, без журналов. Почему? Сидел я, смотрел сайты, смотрю, пропала «Армата». Нигде ее нету. Связался с продавцом магазина у нас в городе под названием «Водолей», секции 113А. И у них вот как раз вот последний остался. В первый день отпуска я помчался ее покупать, но журнал мне пообещали предоставить, когда только его найдут. Не смогли они его найти. Вот. Ну, не беда, ладно, чего уж, пусть пока без журнала будет, не критично, зато модель у нас есть. А вот сегодня смотрю интернет-магазины некоторые, уже модель снова появилась. Еще бы я хотел Сустобы приобрести. Смотрите, модель огромная просто. Я думал, «Армат», она маленькая какая-то. Типа танка Т-34, может быть, чуть побольше, но, блин, это вообще просто монстр какой-то. Ладно, давайте мы ее откроем. Может быть, сначала мы посмотрим информацию на упаковке. Вот, смотрите, что написано. Не знаю, камеру может увидеть, нет? Вроде видит. Китайская сборочка российского танка. Давайте открывать и смотреть ее уже. И сравнивать с другими танками. Модель установлена, как видите, на пластиковой подставке с обозначением Т-14. Видимо, декаль, наверное. И вот снизу вот тут какой-то пакетик. Наверное, это антенна или еще что-то. Ну, мы сейчас открутим модель. Посмотрим, что это такое. И уже там определим на месте. Итак, друзья, «Армата». Первое впечатление, какое меня произвело, это вот силиконовая смазка, которым китайцы намазали этот танк, эту модель. Ну, наверное, чтобы она придавала блеск и, наверное, имела какую-то выразительность. Модель такая достаточно тяжелая, корпус у нее металлический, вот эти все навесные штуки, они пластмассовые, экраны, пушка и башня сама, ребята, это пластик. Это для тех, кто не купил модель. Гусеницы не крутятся, не статичные они. Ну, это нам и не нужно, в принципе, что мы будем ее катать, что ли. Это не игрушка, все-таки это модель. Пушка у нее поднимается, опускается. Сделано очень хорошо. Мне кажется, 1000 рублей, ребят, вполне достойная модель. Ну, давайте вот посмотрим пакетик. Здесь вот антенны, видимо, судя по всему. Две антенны. И здесь вот, сейчас я вам покажу, на самой башне имеются отверстия. На башне есть два отверстия. Вот одно и вот второе отверстие. И это, видимо, антенна. Ну, мы ставить не будем. Или хотя давайте поставим. Самому тоже интересно, как это будет выглядеть. Потому что я модель потом уберу обратно. Журнала у меня нет. Не знаю, в какое отверстие, куда какая антенна идет. Может быть, это сюда, а это сюда. Вот. По-другому не поставить, ребят. В общем, вот. Посмотрим, конечно, тоже модель снизу. Модель шикарная, друзья. Шикарная. За 1000 рублей приобретайте. Как я уже говорил, появились они снова в продаже есть. Жаль, нет танка Т-26. Я бы тоже, наверное, забрал его. И хочу я купить Су-100, как я уже говорил. У меня 34-ка АВД-шная есть. Думаю, что у этой коллекции тоже она будет. Но мне кажется, АВД-шная она получше. Тем более, когда сами соберете, да? Давайте посмотрим детализацию танка сверху. Видите, как все проработано. Ну, за 1000 рублей, ребят, за 1000 рублей. Не говорю я, что тут все супер-пупер, но практически все основное нам показано на этой модели. Посмотрим переднюю часть. Даже есть фары у танка, видите? Замечательно. Не стыдно модель будет поставить танкистам на полку. Все очень хорошо. Я уже подумаю, может быть, мне
начать и танки коллекционировать. Может быть, я не все куплю, но тем не менее это очень заразительно. Вот давайте снизу посмотрим. Тут место склейки гусеницы, но это нам не критично. Модель на гусеницах у нас стоит, она же не летает. Вот. Мне нравится, друзья. Не знаю, вот вышел КВ-85, по-моему, да. Я бы взял, наверное, не 85, а КВ-1, КВ-2. Хотя, черт его знает. Я не знаю, посмотрим, как получится. Какие танки. Но я думаю, что, как и трактора, наверное, кое-чего уже не будет у нас скоро. Придется искать через пятые руки. Поэтому, если кому интересна эта коллекция, ребята, обязательно заказывайте. Полно их. Я думаю, что всем хватит, кто, конечно, в этой теме будет танковый. Вот, ну я, видите, вот как немножко у меня получилось. Да не жалею, хоть и журнала нет. Просто я удачненько съездил в магазин. Кстати, ехал за арматой, прикупил себе еще МАЗ-500 от Дагостини. Вот. Который с косячками. Ну, тем не менее, что ж. Все равно удачно. Все на этом. Приходите в группу к нам, ребят. Вступайте в наши ряды. В группу Алекс Клуб ТЛТ. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, друзья. Что, как, зачем. Показывайте, конечно же, свои работы в группе. Все очень интересно. Вот. А у нас была Армата Т-14. Пока всем. Ребята, я опять постскриптум забыл я вам показать. Сравнить габариты Т-14 и танка Т-34, да? Смотрите, какая большая разница. Может быть, я ошибаюсь, может, вот эта коллекция танков Мадиме, она не 43-м масштабе. Ну, Т-34 с протиармата, это просто пацан, скажем так, да? Вот. Габариты, видите, какие. Хотя, наверное, в цвет 34-ки я тоже угадал, да? Кто сказал, что это натовские цвета? Это НАТО у нас переняло. И коричневый хаки, и зеленого оттенка хаки. Вот. Ну вот. Показал все, что хотел. Теперь, наверное, точно. Пока всем. Пока.